Да, качество видео, конечно, подкачало, за что я извиняюсь. Просто я сначала делаю аудиодорожку, а потом уже под нее делаю видео. И так как дев заканчивается очень рано, мне пришлось брать запись стрима. Новое обновление 1.91 приносит нашу игру шведскую наземку. Страна, известная всем как производитель мебели, оказывается, делает и танки. Честно говоря, могли бы на мебели и остановиться. Не, ну ты видел? Чего-чего, а уродов в нашей шведской семье навалом. Машина уже максимально близкая к пикапу с нарами. Намек ли это? Тура зенитка 80-х годов с нагло украденным дизайном из Fallout 4, который, ну и пусть был выпущен в 2015-м. Реактивы, да, ну я даже не знаю, что сказать, они реактивные. Несколько фантомов, двигатели друг на друге и бобер за немцев, будто им мало бобров. Т-72Б. Советом ввели то, чего все ждали, и этим никто не будет пользоваться. Ну, поздновато добавили танк, из обломков которого собирается ЗТЗ. Кстати, новый ЗТЗ тоже завезли. И тоже без теплака. Поминки. Новая карта для наземки в принципе прикольная. Не знаю, как будет выглядеть этот порт из DayZ Standalone в бою, но в полигоне круто. Вместе с новыми звуками затестили новую бабаху. Я думаю, что этот член мамонта сразу уйдет в челлендж, так как играть на нем, ну, мягко говоря, сложно. Ох ты, сладенькая. Извиняюсь, простите, пожалуйста. Не обошлось и без грузовиков. Сложноватая зенитка, но выглядит сочно. А вот эта зенитка вообще будто в цилиндре. Давайте поможем дальше сосчитать, сколько ютуберов пошутит про забор. Немцам и бритам завезли новые машины для антикемпинга. Правда, про немца я пока не уверен. Едет он, конечно, круто, но слишком большой, может быть неудобно. Ах да, два вертолета. Легендарный К-52 и вот этот, который сбоку похож на кролика, а спереди на... Еще улитки, естественно, завезли новый флот, но я его только смотрел в ангаре на стриме, потому что я абсолютно в нем не разбираюсь, и здесь тоже рассказывать ничего не буду. В общем, патч насыщенный, есть что качать и на что делать обзоры, поэтому подписываемся, если это видео наберет 3 лайка, я сделаю быстрый обзор.